Взрослые нас чего молчат? Да. Тогда помогите мне, пожалуйста, прочитать стихотворение, из которого вежливые слова убежали. Я начинаю строчку, а вы ее заканчиваете. Договорились? Зазеленеет старый день, когда услышит добрый день. Мальчик вежливый и прекрасный говорит, встречаясь. Здравствуйте! Растает даже ледяная глыба от слова теплого. Спасибо! Когда бронят за шалости, говорим, простите нас. Пожалуйста! Всем вам с большой любовью желаю крепкого здоровья! Какие вы у меня молодцы! А вы знаете, что эти слова волшебные? И предметы, которые меня здесь окружают, тоже волшебные. Вот смотрите, какой у меня здесь сундучок есть. Хотела я цветочки выращивать. Но так как я зимняя волшебница, все цветочки у меня замерзали. Дедушка Мороз увидел, что я грущу, и подарил мне вот этот сундучок. И кого я теперь тут выращиваю, посмотрите. И снеговичков. И вот когда снеговички у меня подрастают, я отправляю их на помощь Дедушке Морозу. А посмотрите, какая у меня здесь печка красивая стоит. Да. Мне ее Емеля подарил. Да. Слышали о таком? Да. Да. И, ребята, у меня здесь в печке живут помощники. Это у меня что такое? Чучу. У вас дома такие же? Нет. А у кого такие же дома? А у нас в садике. В садике у вас такой же? Здорово. Значит, ты должен знать, как его нагревать тогда? Как? Просто розетку. Нет, смотри, мой хороший, у меня здесь нету проводочка. Кто мне подскажет? Надо молоко поставить. Мы его на печку ставим, и он у меня нагревается. А это у меня что такое? Сядьте, мои хорошие, на свои места. Что это у меня, моя хорошая? Чук? А зачем он открывается? Покусать кого-то из вас хочет, да? Хочет покусать? Нет. А что это такое? Чужок у нас. Мы сюда кладем, правильно нам подсказывают, уголечки. Закрываем, раздуваем. Утюжок становится горячим. И самую тяжелую складочку может разгладить. Вот такие вот у меня тут волшебные предметы есть. А у вас какие есть волшебные предметы? А он такой же, как первый, только чуть побольше. У вас есть волшебные предметы какие-нибудь? Нет. Как-то нету. Есть. Руки? Но это же у нас часть тела, а не предмет, правильно? Да, не спорю. Тогда ответьте мне, моя хорошая, вот шапочки такие, как у вас, это волшебный предмет? Нет? Да, нет. Они же красивые. Да, ребят, это волшебные. Знаете почему? Зимой они вас согревают. Вам холодно мне зимой? Да. Шапочка вам зимой холодно? Нет, значит они волшебные. И все, что нас окружает, ребята, это у нас волшебные предметы. А книги волшебные? Да. Вижу, красивая киска. Книги волшебные, скажите мне? Да. А вы любите читать? Да. А сказки любите? Да. А вы к книжкам бережно относитесь? Да. Бросаете их? Нет. Кто мне даст? Кто бросает? Да, бросаю. Значит, вы секрет не знали такой? Давайте я вам тогда расскажу, да? Давай я тебе и вот расскажу вам секрет такой. Что если книжки не разбрасывать, странички из них не выдирать, не рисовать в них, то когда вы ложитесь спать, книжки оживают и с благодарностью на ушко нашептывают самые яркие и красочные сны. Вот так вот. Будете теперь бережно к книжкам относиться? Да. Точно? Да. Если вы мне пообещаете, что будете бережно к книжкам относиться и будете больше любить читать, я превращу вас в волшебников. Хотите? Да. Будете к книжкам бережно относиться? Да. Будете их бросать тогда? Нет! Хорошо, а взрослые у нас хотят стать волшебниками? Да! Тогда закрываем свои глазки. Взрослые ребята не подглядывают у нас. Ну что такое, закрываем. Я закрыла. Глазки закрываем. Кто подглядывает у меня? И повторяем за мной. Закрывай глазки.
Начинается время чудес. Начинается время чудес. Что приходит ночной порой? Что приходит ночной порой? И от легкого взмаха рукой. И от легкого взмаха рукой. Просыпается сказочный лес. Просыпается сказочный лес. Открываем свои глазки. Ух ты! Посмотрите, какие у нас деревья красивые выросли. Это к нам в гости пришли хранители сказочного леса. Так как вы у меня уже стали волшебников превращаться. Ой, смотрите, бежит моя подружка. Огневушка-пускакушка. Это уголек такой красный. Она просто очень любит волшебство и поэтому пришла к нам в гости. А еще она любит играть в прятки. Вы с ней поиграете? Да. Только у нее есть правило. Слушайте внимательно. Она прячется по кармашкам и капюшончикам. И не любит, когда во время ее игры встают с места. А уж тем более, когда разговаривают. И если вы эти правила нарушите, она обидится и убежит. Запомнили? Да. Правила нарушать будете? Нет. Ну, проверим это во время игры тогда с вами. Ищем по кармашкам и капюшончикам ее. Проверяем. Вот она у тебя. Ищем, ищем. Вот. Ищем, ищем, ищем. У кого там? Кто у меня тут не ищет? Вот, у тебя тут. Это мое. Ищем, ищем, ищем. Вот, у тебя. Это мое. Так, внимательно проверяй. Кто мне не проверяет? Нашла? Ой, ты чего ее держишь, а? Она у меня. Ищем, ищем. Так, с места не встаем, не встаем. Танюша, встать. Вот. Ищем, ищем, ищем. У кого? Так. Кто у меня тут не проверяет еще? Прячет их не могу. Так, тут у кого? Опа! Где у меня? Тут у кого у меня? Ой, кто у меня прячет? Вот она. Это мое. Вот. Это мое. Куда ты кинул? Вот, у вас. Вот. Тут у меня кто прячет? Тоже капюшон. Вот. А где у меня? Тут у меня кто прячет? Опять уже второй раз прячет, не отдает мне ее. Да? Так, тут я не могу найти, кто у меня спрятал. Вот ты чего в кулачке ее держала? Ну-ка. Скажи, что у тебя. Скажи, у меня. Так я не пойму, кто опять у меня спрятал огневушку, а? Кто не ищет у себя? Кто не проверяет? Взрослые не проверяют! Вот тут и сидят до сих пор просто так. Ой, прости. Ну-ка, кто? Ну-ка, проверяем. Кто тут не проверяет? Ой, почему? Так, проверяют у меня? Вот. Так, кто еще у меня не проверяет? Скажи, я. Кто из взрослых у меня скажи, не проверяет? Скажи, я. Скажи, что у тебя нет еще. Себя не проверяют. А ты почему не проверяешь? Ты не проверяешь? Может, у тебя карман открыл? Вон, смотри, сразу выскочила, как открыл. Так, вот она. У меня нет. Вот она, потому что плохо проверяет. Ну-ка, взрослые проверяют у себя? Ой, стоят взрослые. У себя проверять все нужно. Кто не проверил еще у себя? Ну-ка, еще. Куда она будет бежать? Я не могу. Ой, правда. Так, тут у меня ищут? Или тут по сторонам проверяем? Так кто у меня еще не поймал его? Полина, да? Кто сидит у меня просто так? Опять ты в ладошке держишь у себя. Ребят, как говорится, дело время, а поти сейчас. И нам пора отпустить огневушку. Давайте скажем ей спасибо. Спасибо. И до свидания. До свидания. А так как вы у меня уже стали волшебниками, нам пора отпустить хранителей сказочного леса. Вот я. У них много волшебных дел. Вот бегать. Закрываем глазки и повторяем. А теперь пора настала. А теперь пора настала.
Волшебству вернуться вспять. Волшебству вернуться вспять. Лес волшебный призываем. Лес волшебный призываем. Невидимкой снова стать. Невидимкой снова стать. Открываем свои глазки. К сожалению, дорогие мои друзья, и нам с вами настала пора прощаться. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. И, конечно же, желаю вам добра. До новых встреч. Пока-пока.